150 человек готовых, уже заряженных на то, чтобы при виде сине-бело-голубого, значит, бросаться и все сметать на своем пути. Так, ничего, парни, подеремся? Подеремся. Нас было больше, но у них должен был быть хороший состав. Там было жестко, там мы мстили, да, действительно. Тогда испугались реально, когда мы начали их ломить. Там многие задние из них начали давать. Мы догоняли, ну, честно говоря, догоняли и убивали. Поэтому «Зенит-Динамо» – дружба, я такого не представляю. Зенит! 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 Хотели войны, вот и получили. Фанаты! По понедельникам, 19:45. Перец. Царь острых ощущений.